Ломоносовскую школу я выбрала 13 лет назад для своей первой дочки, которая закончила ее в прошлом году и прекрасно поступила в МГИМО, то есть в сложный такой юридический факультет. То есть знания Ломоносовской школы дали ей возможность поступить в институт, в университет ее мечты. Сейчас средняя у меня учится в 10 классе. За 2 месяца она поменяла, когда сдавала ОГЭ, экзамен, один из экзаменов, и выбрала географию. И все равно сдала на 5. То есть знания этой школы дают возможность поменять за 2 месяца вариант сдачи экзамена и сдать его все равно на 5. То есть это тоже говорит об уровне знаний, которые получают здесь детки. Конечно, и в 4 классе у меня учится сын, то есть 3-й, то есть у нас 3 детей, которые учатся в этой школе, ну, уже 2. То есть я могу сказать, как изменилась за 12-13 лет, как изменилась программа в Ломоносовской школе. Сейчас начальная школа стала намного более насыщенной, более серьезной. И, конечно, здесь много традиций, то есть своя жизнь, свои концерты. Сейчас вот балы появились. То есть, конечно, жизнь в школе очень интересная. И атмосфера здесь незабываемая, родители очень приятные люди. Все семьи очень такие, как бы, ну, общение с этими людьми, получаешь удовольствие. Дети дружат, родители дружат, семья, которую, не знаю, много. То есть даже моя участие в МГИМО встречает тех же детишек, которые из Ломоносовской школы. То есть это уже на всю жизнь, мне кажется. Всех детишек, школьников, их родителей, наших учителей поздравляю с 1 сентября, с Днем знаний, чтобы этот год принес много знаний, много, чтобы наши школьники узнали много интересного. Год был легким для них, интересным и познавательным. Всех с 1 сентября.